1 июня, в День защиты детей, на спорткомплексе «Шериф» состоится открытие детского бассейна. Подготовку проводили самым тщательным образом, и, как говорят специалисты, это самый современный детский бассейн в республике. 10 гравийно-песчаных фильтров очищают воду, прежде чем она попадет в чашу бассейна. Это гарантирует ее чистоту и приемлемое качество даже для аллергиков. Кстати, глубина регулируется с учетом возрастной группы малышей. В данном бассейне глубина будет регулироваться. Она будет от 60 сантиметров до 1,20 метра. Для каждого возраста будут, само собой, сформированы группы возрастные. И для них будет определенная глубина. Скажу больше, данный бассейн спорткомплекса, он может принимать все возрастные ограничения, начиная с грудничковых даже детей. Юных пловцов поделят на группы. Всего их будет 4. Дети от 3 до 10 лет. Предусмотрены индивидуальные занятия и посещение в паре с родителями. Все под контролем профессиональных тренеров и медиков. Пришли к мнению, что услуга посещения родителей одновременно с детьми, она будет востребована. И в данном бассейне будет эта услуга. То есть каждый родитель может прийти свободно со своим ребенком, начиная от 3 до 10 лет, и воспользоваться нашим плавательным бассейном. В этот момент поплавать, подурачиться, поиграться. Здесь будут игровые именно всякие приспособления. Сегодня бассейн осветили, и уже завтра здесь последний день подготовительных работ. Завезут игрушки, инвентарь. Завершается и формирование списков первых юных посетителей. Число желающих уже более 300 человек. И набор по-прежнему продолжается.